Коммерсант, который, по версии следствия, задушил своего приятеля автомобильным ремнем, заявил следователям, что это была самооборона. Якобы товарищ напал на него, а он был вынужден защищаться. Напомним, все произошло возле садового кооператива «Тракторосад-5». По версии следствия, директор одной из фирм в салоне автомобиля BMW убил друга и выбросил его тело в мусорный бак. Как установили эксперты, причиной смерти 36-летнего мужчины стало удушение автомобильным ремнем безопасности, а в крови у него обнаружили наркотические вещества. С потерпевшим выехали на окраину города для совместного употребления наркотических средств. В ходе данного употребления между ними возникла ссора, вследствие которой подозреваемый задушил потерпевшего. В настоящее время расследование продолжается. Если парню получится доказать свою версию событий, то статью убийства ему могут заменить на превышение пределов необходимой самообороны.